Вот я приехала делать массаж. Я записалась. Вообще у меня был план в другое спа идти. Но так как я не уверена, куда я хотела пойти, я приду сюда, где я несколько раз уже делала массаж ног. Собственно, постоянно его делаю, но так достаточно редко. Теперь надо выходить почаще. В следующий раз я пойду в другой спа. Итак, чем я не люблю, почему я не люблю сиденья кожаные? Потому что вот у меня голые ноги. Голая задница, и сейчас отсюда оторваться, это просто, вот это просто даже больно. Пересадишься, когда на прожаренное кресло, задница просто прикипает. Ужасно, конечно. Вот, и только из-за этого не люблю я эту кожу. Постелить что-то, оно всегда сбивается. Короче говоря, пошли. Сейчас надо письма спрятать, а то я письма из дома взяла, не прочитала. Не буду даже закрывать. Все, пошли. Я сама себя обалдею. Говорю, не буду закрывать, я тут же закрываю. Тут же закрываю. Чего ты там на машине крутишься вокруг меня? Ну так что поехали. С голым задом, с голой задницей. Чего вокруг меня крутитесь на машине? Один в белой машине, второй. Вы за мной следите, что ли? А там девочка какая-то. Пошли делать массажик ног. Я сейчас, наверное, на часик лягу, спину сделаю. И на час сделаю себе ноги. Получу просто суперское наслаждение. Сегодня я не поехала в турецкий ресторан, потому что Роберт уехал. Это уже было почти 3. Я быстро-быстро нажарила себе. Ай, такую вкуснятинку выставлю сейчас. Покажу. Ой, сейчас у меня будет массаж. Завтра у меня будет турецкий ресторан и маникюр и педикюр. Так что у меня этот день наслаждений и удовольствий продлится на 2 дня. А можно, собственно, на неделю продлить. Все, пошли. Вот название магазина «Дик». Кто живет в Америке, знает, что это такое. Но это называется мужской этот. Мужское достоинство. Так смешно читать. Я приперлась в этих коротких шортах. Вообще хотела переодеться, но что-то я забыла. И приперлась не в ту сторону толкая. И приперлась не в те. Ой, какие шортики симпатичные. Это мужские. Может, прям себе такие купить. Но это мужские. Ну, куда же мне такие? Прям хорошенький, хороший. $45, да ни за какие деньги. В жизни я такое дорогущее не буду брать. Это дурдом. Так, пошли, идем. Я им звонила, говорю, вы работаете? Они говорят, да, работаю. Я говорю, а нужно поймен? Нет, приходите так. Итак, пошли. Там то ли корейцы, то ли японцы. По-моему, я у них уже спрашивала. По-моему, японцы. Так классно. Я хочу сказать, что... Смотри, на бижутерии. Я хочу сказать, что мне там девчонки пишут, ой, ты так помолодела, прям молодеешь. Ну да, собственно, а что же не молодеть? Я хочу сказать, что я подписалась на женщину, которая живет в машине. Такая симпатичная прям женщина. И я даже уверена, что она моложе меня. Ну, может, такого нет. Я думаю, что она моложе. Я думаю, что ей лет на 10 она меня моложе. Прям красавица, стройная такая. Ну вот у нее вот, на ее лице прямо читается покорение старости, то есть она знает, что она в возрасте уже. И она вот как-то говорит, и вот она вот нет этой задорной юности, хотя она веселуха такая, все. Я оставлю здесь ссылку под ее видео. Так, куда мне идти? Сейчас надо вспомнить, куда. Fashion Square Mall, по-моему, туда. Да, по-моему, туда. Вот туда вот надо идти. Этот мол уже умирает много лет. Видите, тут вообще ничего нет. Магазины практически все закрыты, потому что вся стена белая. То есть там были магазинчики, и все это сейчас закрыто. Осталось буквально, это сейчас вход в Мейсис остался, вход в Дилерс остался, и тут практически ничего не осталось. Так я что хочу сказать, что бывает, смотришь, молодая девушка, да, ни морщинки тебе там, на ней ничего, у нее глаза потухшие. Вот у нее потухшие глаза такой старой бабушки. Или вот эта женщина, да? Красавица, она прям красавица такая. И вот у нее какой-то потухший взгляд. Может, потому что мужчинки нет. Конечно, мужики зажигают глаза. Роберт проводил мне 20 сообщений, написал, как я тебя люблю. Такое одно за другим. Поцелуйчики, объяшечки. Так приятно получать. Да, правильно. Видите, все магазины закрыты. Это не потому, что понедельник, нет. Просто они бизнес, ну, сюда уже никто не ходит. У нас есть 2 очень шикарных мола, очень популярные. Это Флорида Мол и Миллениум Мол, потому что они расположены буквально... Тут, кстати, неплохие вещи бывают, очень даже неплохие. Ну, я сейчас, мне надо еще сейчас сделать массаж и поехать на Тойоту.
Спроси там один вопросик по моей машинке. Что я говорила? А, Millennium Mall и Florida Mall, потому что они расположены рядом с аттракционами, рядом с Диснеем. То есть там такая зона прям Digital Battleground, игры. Короче говоря. А вот эти магазины, вот этот мол, я приехала сюда 16 лет назад, он такой был еще процветающий, так много людей было, как бы, да. И потом вдруг, года через три, я заметила, что все, практически ничего не осталось. Вот там наверху, там рестораны, кафе можно было пообедать, сейчас, наверное, никто не работает. Однозначно никто не работает, потому что, ну, уже все, видно, что оно просто все мертвое. Кто там будет его арендовать, если тут людей нету? Сейчас 4 часа дня, и я вот иду, и все закрыто. Вот два человека там, два человека там, вообще никого. А раньше, по моим старым видео, если посмотрите, тут, конечно, было людей полно. Вот он, массаж мой ног. Не здесь? Где-то должен быть здесь. А, вот Хомспа, вот он. Ура, ура, ура. Я забыла, как они называются, да. А тут вот кто-то, если он сидит, мой мальчик. Да, да, огонь. Может, вот сюда. Раздеваться не надо. Но я, наверное, все-таки маечку свою сниму. 30 минут спину, 30 минут ноги будут. Окей. А какая кайфуша. Музыка жалко играет. Горячий. Все удовольствие стоило мне $65, и я дала $5 на чай мужчине и 5 женщине. Я прям иду пьяная. Такой расслабон, ноги просто новые. Мне только что вставили новые ноги, новое тело. Что они со мной делали? Боже, какой-то кайф, особенно мужчина. Я не люблю, когда женщины меня массажируют, но я уже не стала. В следующий раз я попрошу, чтобы мне нужна, скажу, только мужская энергетика. И я, когда под этим мужчиной лежала, боже, я и стонала, и завывала, и ох. Это был такой кайф, это все равно, что секс. Вот честно. Это просто нечто. Он мне, особенно вот это, где крестец сзади, вот тут вот в этом месте. Ой, даже мне водичку дали. После всего. Он мне, когда на крестец нажимал, а там прямо какая-то вот такая, какая-то застарелая боль. Давно я не была на массаж. Я знаю, на массаж надо часто ходить, но как-то... Все, сейчас хожу каждый месяц. А вообще желательно 4 раза в месяц, каждый понедельник у меня будет днем удовольствие, каждый понедельник. Я завтра сюда еще приду. Я им говорю, завтра я буду снова здесь. Я хочу только этого мужичка. Я просто иду. У меня сейчас вес, наверное, килограмм 15. От моих 90, будем говорить. Лечу, сзади крылья вообще. Я на облаке на каком-то сейчас. Вот реально, как пьяная. Я выхожу, девочка черная сидит, и мужчина. А у меня глаза вот такие вот. Она мне посмотрела. Хотела сказать, я тебя понимаю, я такая же. Вау. Все-таки как много зависит от энергетики массажиста. Девочка мне не очень понравилась с ногами. Ну да, хорошо, но все-таки немножко не то. Завтра будет мальчик. Конечно, все пусто, нигде никого нет. Тут тоже закрыто, надо с той стороны заходить. Что, и они уже закрыты, что ли? Странно. Flex Girls. Вообще никого нет. А что такое, и Мэйси закрыт? А, в ту дверь, пожалуйста. Пожалуйста, в ту дверь. Паричок для меня. Одеть, попробовать. Но, наверное, не налезет. Не, наверное, не налезет. Он очень маленький. $10 стоит такие гамнянские очечки. Так это что, флаг американский? Надо поискать в интернете доллара за полтора таких. Классно. Пойдем пошоркаемся. Я там увидела какое-то вот полосатенькое красненькое. Не знаю, что это. Прям мое. Полосатое такое мое. Платье, но оно как мужская рубашка, нет, классная, полосатенькая, но нет. Вот я померила вот этот вот, очень даже симпатичный.
Я люблю такие вещи. И вот такой вот на шею прям примерила. Очень даже неплохо. Это стоит $35, а это стоит $25. Ну, даже не знаю, куда же их носить. Хотя такое симпотное прям. Села в машину, было только что 100 по Фаренгейту. Сейчас 99. Сейчас очень быстро. У меня поставлено на 73. Сейчас, ну, я нормально себя чувствую. Я как-то не задыхаюсь. У меня нет как-то вот... Даже если это жара, чувствую себя замечательно.